Всем привет, вы на канале Пиратская Жизнь. Ну что, мы теперь прибабли, поэтому можно тратить бабки. Да, нам вернули часть депозита, поэтому мы сейчас едем в классный ресторанчик, который мне посоветовал наш подписчик, в сущие роллы. Обещают, что там просто вообще взрыв башки. Очень вкусно, много рыбы. В общем, я знаю, что вы любите роллы, мы тоже их очень любим. Завтра мы уезжаем, к сожалению. В общем, отметим немножечко. Так, вот там у нас остался лотос. Мы переезжаем, получается, на другую сторону. Здесь у нас салон Хонды. Да. И вот здесь вот, получается, должна быть кафешка. Если мы правильно поняли, то где-то тут. Такой японский ресторанчик с хорошими роллами. Блин, я уже хочу скушать. Я же прям... Мы сегодня вот кушали, перекусили этим треугольничком. Все. Какой медведь, смотри-ка. Вау. Здесь такой же. 21. Крутой. Так. Где мы? Чуть подальше. Где-то тут. Вон, я там роллы, по крайней мере, вижу. Сейчас надо уточнить название. По-моему, это он. Yeah. А какой? Так, вот смотрите, где он находится. Называется Кальван Бансуси. А, вот этот. Кальван Бансуси. Вот, где он находится, смотрите. Я постараюсь, если не забуду, оставить ссылку. Так, Кальван Бансуси. Вот сюда мы идем. Ура! Вот такое место. Ой, нам сказали, здесь прям роллы, прям вообще. О, смотри, здесь какая система. Ух ты. Вау, смотри, сколько рыбы. А, здесь, получается, ты набираешь и здесь садишься. Только надо место занять. Да. Давай место займем. Вот это вот, и все. Хотя бы займем. И все, да. Так, давай сумку положу. Смотри, какое классное заведение вообще. Здесь, получается, берешь вот такую штучку и набираешь себе роллы. Ух ты, обалдеть. Да, это вот очень большие. Дай мне. Давай каждого по одной. Нет, с красной икрой. Обалдеть, сколько рыбы. Ой. Вот ребята делают. Вау. Давай мне все. Я все. Ой, вот такой тоже мне положи одну. Ух ты, смотри, сколько рыбы. А вот такой мне положи. Вот такой. С рыбкой. Да. С рыбой. Рыба с рыбой. Вон. Смотрите. Ой, смотри, прям с креветками, смотри-ка. Прям с головами. По 30. Такие. Ух ты. Смотрите, сколько всего. Вот здесь у них много-много видов разных. Вот люди себя набирают и кушают. А это смотри, рыба с рыбой, видишь? Крутяк. Заняли место. Сейчас будем кушать. Так, мне вот такой вот еще положи. Тоже. Подпеченный. Я люблю такой подпеченный, ты такой не любишь. Все, набирай себе. Ой, смотри, какие огромные. Вот так, одну такую большую мне положи. Вот такую. Да, я вот такой большой. Красивый. Осторожненько. Оп. Смотрите, как красиво. Слушайте, здесь реально огромное количество рыбы. Ух ты. Блин, я даже не знаю, как его взять, у меня глаза сбегают. О, давай, еще поставим. Так, мне вот такую, свеженькую. Давай, поставили. Блин, шикарное место. Здорово. Спасибо большое, наш. Сейчас я, кстати, скажу, как ее зовут. Что поставил такое место. Ой, обалдеть просто. Вовка тоже, смотри, накинулся. Сразу две таких. А мне вон ту положи. Они крупные, но они и дорогие. Пофигу, сколько это будет стоить. О, сердце. О, у нас деньги есть, так что бери. И вот там получается дешевле. Так, это у нас получается селедки. Какие-то. Да. Ой, а это что такое? Положи мне шарик такой. Это есть такой. Я подгрызу. Ну, положи. Ну, палочку вот такую. Вот такую палочку положи. Так, чуще. О, вот эту с креветкой. Вот эту с креветкой красиво. Вот сюда поставь.
меня дырочка. О. Так, ну хорош, я все съем. Я очень голодная. Вот. Такие по 15. Всё. О, с черной икрой. С черной икрой мне. Давай. С черной икрой. О, я лопну. А ты положи и отойди. Ох ты, съел. Обалдеть. Так, шарик, шарик, шарик. Возьми еще шарик. Я тебе шарик. Надо. Что не съем, то понадкусываю. О, сколько, сколько. Ну и вот последний вот такой. Я тебе бекон я не хочу. Ну какой с рыбкой. Рыбки, может тебе вот такой? Нет, давай вот, вот такой вот. Вот такой вот. Вот бункан, бункан. Вот один вот такой. Такой. Вот, вот, вот. Вот. Да, да, да. Сладкий. Ну сладкий, ну как-то. Вот что. Все. Моя суперсора. Обалдеть, смотрите сколько. Как пахнет. А еще положи. Это-то себе положи еще. Что тут мало всего взял? Ну, я гуляю-то гуляю. Роли. И видите, здесь, получается, рассчитываешься. Вон здесь сколько разных видов. Огромное спасибо подписчице, которая посоветовала. Тебе не нужен, да? Так. Не, возьми. Давай возьму. Бери, 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 бери. Бери. Поставь мне сбоку. Да? Соевый соус там уже есть. И тут, видите, можно оплатить карточкой. Смотрите, какой выбор вообще. Вот так вот будем знать. Ну и все, ребята. Смотрите, какая красота у нас получилась. Смотрите. Все, приятного всем аппетита. Вот. У нас здесь васаби нам выделили. Имбирь мы взяли. Вот такие вот напитки тоже отдельно. Сколько у нас все это стоило? 565. 565. Вы смотрите, какие они огромные. Это просто гигантские, вот, смотрите. Просто огромный ролл. Очень вкусно. Надеюсь. Так, пробовать, пробовать, пробовать срочно. В общем, здесь получается как система буфета. Но вы отдельно за каждый ролл платите. Да? Да. Давай немножечко сюда. Соус. Да не мы чисто будем макать. И все. Там другие мисочки есть, но я что-то вот эти вот взяла. Мы будем по-нормальному, не просто купать в этом. Все. Так, пробуем первую. Давайте вот эту рыбную. Самая дорогая 45 бат стоит. Вот. Главное еще взять. Не самая дорогая. Так, дай мне салфетку, пожалуйста. Я тут один лайфхак присмотрела. Еще одну. Если вдруг вы не умеете пользоваться палочками, тут есть один лайфхак. Очень классный. Сейчас я вам покажу, как он делается. Так, берете две палочки. Так вот, раз, два. Если вдруг у вас палочки разлетаются, смотрите, вот так вот их сворачиваем. Так. Оп, 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 оп. Если вдруг у вас разваливаются палочки, берем и все. У вас палка, вот. Это для детей. Это я такой лайфхак просмотрела. А то у меня, например, палочки, например, всегда улетают. А так вот, они держатся. Видите? И рис обваливается. Что, пробуй. Ван поскромничал, как всегда. Сейчас обалдеть, как это свежо. Слушай, вкусно. И сколько рыбы. Капец. Здесь огромный выбор. Они прям свежие, они в холодном помещении. Не то, что, знаете, на рынке, вот они все в тепле. Обалденное место. Как жалко, что наш подписчик только сейчас это рассказал. Огромное-огромное спасибо. Хотя бы в последний вечер мы успели. Сюда. Давай, за наши зрители, нам скоро домой. Вот и спасибо, что вы с нами путешествуете и с нами кушаете. Я взяла швепс, вот такой, лимон и голубика. Так, мои палочки для детей. Макрелька. Слабосоленая. Макрелька слабосоленая. Так, а у меня крутой ролл с красной рыбы и красной икрой. Цепить было только еще. Домой взять. Да, здесь, кстати, можно взять домой. Вот на ужин, кстати, можно взять.
поздний. Прям сейчас взять его. Нам брал такую одну, какую-то маленькую. Подожди. Все. Я не могу подцепить. Слишком много рыбы. Давай, давай, давай. О! Иди со своей. Они огромные, они просто громадные. Реально в рот фиг засунешь. Да? Ой, с красной икрой. Вот это не взял. Но реально с красной икрой. Вообще каждого вида попробуй. За 560 бат? Ну, с нами входит. Она играет и уходит с собой. А рыба какая свежая. А чувствуешь салмон? Обой. Зря не взяла. Макэль. А так я на ужин все возьму. Огромное спасибо за такую рекомендацию. Мы тоже рекомендуем это место. Очень вкусно. И роллы прям действительно гигантские. Я вкуснее роллов не ел. Рыба очень такая нежная. Есть, кстати, видите, подпаленные. Вот это свежая рыба прям. Да? Она очень не соленая. А вот это, смотри, сколько рыбы. Она тоже не соленая. Что ты поскромничал, взял себе? Мало. Я взял себе рыбу красную. Что ты? Не жареные какие-то. Махай их берем. Прям просто прям тема. Васаби даже пробовать не буду. Он у них пиздец. Ецермар ядерный. А ты попробуй. Убери вкусный. Вот. Тут у них еще есть готовая пища. Смотри. Да. Вот эти типа поки. Заказываешь, оплачиваешь. Типа с рисом, да? И ставишь это. Вот, смотри, вот здесь, кстати, вот меню тоже нарисовано. О, у них здесь есть акции пива и прочее. Видишь? Кимчи. Вот эти вот штучки. Это вот там заказываешь. Обалденно. Ладно, дальше. Самый вкусный был с красной кровью. Пока что. Так. Такой смотрите. Они в основном. Смотрите, а какой он огромный. Это четверо делают, это круто. У нас рыбу кладут. Остальные готовят. Улькин нос. У нас жадные. У нас жадные, да. А здесь народ не жадный. Европейцы здесь есть. Бан тан суши. А, кан бан суши или как-то. Я постараюсь оставить ее метку. Кайван бан суши. Суши. Обалденно. И на Фейсбуке. Какие они здоровые вообще. Я даже не думала, что роллы такие бывают. Вот. Смотри, это двух видов. Видишь, один подпаленный, да, один, один просто вот сверху, еще и корочку сверху. Так, подливай. Очень вкусно. Я так есть хотела. Очень приятное место. О! И рис вкусный, да? Все-таки. Рыб прям толстый кусок. Мы завтра сюда приедем обед. Ничего не надо. Они с пол первого начинают. С пол первого. А работают до 9. И с пол первого дня. То, что они утром, скорее всего, закупают рыбу рыбаков. Потом разделают это все. Сейчас вот народ немножко подрососется, я им шорт сделаю. А я буду не снимать. А? Умножай на 3. Не, ну есть некоторые дорогие, по 150 рублей за штучку, но... А там икра идет. Там он, понимаете, он вот такой вот. И рис очень вкусный. Вот мы сейчас 2 идем, 565, да. 500 сколько? 565. На снапит. На 1500.
Ну, полторы тысячи. У нас такой сет, знаешь, сколько будет стоить? Тебе такой не привезут. Ты рыба, ты посмотри, там рыба пол сантиметра. Да, толстая рыба. Ну. Очень толстая. А у нас когда привозят, сколько там сантиметров рыба? Миллиметров, я бы сказала, она прозрачная. А здесь вот хрен в рот гонишь, этот ролл. Пахнет, да? Мы сейчас на ужин еще одна. Кайф. Так. Это палочка. Не знаю, что это такое. Что-то такое вкусненькое. Ну как? Давай, одну тебе, одну мне. Я сама. Я сама. Съем. Что-то знакомое, не знаю, чем. Что там? Гарлик фрид. Фрид райс. 45 баксов. Там вот тоже с рыбой. Ну, кто-то рисовую водку берет. Это рыбка внутри. Я думаю, что такое? Это рыбка внутри. Ну, рисовая водочка здесь. Вообще четко. Ничего себе делает. Это заведение для местных. Не только. Там не туристичка. А, чё ж так здесь много белых? А потому что это место, которое здесь живут. То есть наши в основном шарахуют по разным заведениям. Ну, кстати, смотри, 45 бат рис. Мисо суп. Вон, читай. А я вот смотрю. А я вон вижу. Ценники 20, 45, 20. А я вот смотрю. Мисо суп салмон. О, фига себе, даже с лососем. 20 бат. Я хочу, кстати, так. Самое главное. А вон, смотри, сашими. 430. Вот что-то с этой. Ну, тебе, да. Уже с сашими, да. Это сашими чисто. 430. А вон такой вот из рыбы, 159. Вот тоже, смотри, целый какие. Класс. Вот так вот. Может взять себе мисо суп? У тебя глаза только не цветы. Почему вы только сейчас мне говорите сказал? Ешь давай. А почему? Где вы были? Понимаешь? Ну, вкусно. Я рада, что мы наконец успели здесь побывать. И отметить, так сказать, наших зрителей. Вот мы завтра поедем там, и будем на хорошей волне. С креветкой. Маринованный. Класс. Главное. Надо походку там. Трое теперь делают так. Двое там. Ты сколько за день? Белых. Ты сколько за день они делают ролл? Там есть туалет? Много. Вон где что еще? Прям целый набор. Три набора у нее в каждом случае. Ну, кстати, народу реально очень много. Ну, тут не... Тут много не помещает, здесь маленький цвет. Налей, пожалуйста. Многие просто приходят, забирают и уходят. А он поскромничал. А я скромничал, не вот привыкла. Скромничал. Ван не поскромничал. Он взял рыбу чистоту. Свежак. Имбирем нужен. Ты наелся? А я нет. Я считаю, что цел съел. Какую цел ты поел? Это ты взяла. У меня тарелочка-то меньше.
У тебя больше. А не знаю. Нифига. Твоя больше. Я больше. Ты я... схватила самую большую, которая там есть. А я самую маленькую. Не хочешь мне? Хорош. Добрый. Вкуснейшее, свежайшее нечто. Какие штаны, интересно. Да, да, да. Это не штаны. Капли или как называется? Вообще не понятно, что это такое. Это что вам не за 5 бат на рынке роллы, которые непонятно с чем. Их ну, просто не с рыбой. Они просто с огромным количеством рыбы. Это рынок показывает. Какой непонятный. Смотрите, а? А? Брем. Чисто японское забвение. Чисто японское, да. Классное место. Кляки пошли. Этот я съел, не знаю, что это такое. Как? Вкусно так? Да, сейчас все. Ну, какой не попробуй, все вкусное. Это реально очень вкусно. Я тут уже еле доедаю. Мне еще так хотелось, охотку. Обалденно. Представляете, насколько он большой. Вот мой палец. Ну что, такой он большой. Я в рот еле затягиваю его. Он с креветкой, с рыбой. Четверть палочки. Причем с двумя видами рыбы, смотри. По-моему, с тунцом, с лососем, да. С крабовой палочкой, с огурчиком. Да. Будешь такой? Я угощу тебя? Такой. Я уже съел такой. А, такой съел? Только у меня в середине была чистая красная рыба. Да. Он гигантский. Сейчас как его буду засунуть в рот, я не знаю. Но я его запихаю. Фух. Зачем вы мне такие места рекомендуете? Я вот точно потолстею. Бля, он не лезет в рот. Давай, давай. Я можно кусать? Сказал, давай. Он не лезет. Чего не лезет? Это ты не можешь. Строй тут все. Нежно. Бургер вон как закусываешь. А тут не можешь сунуть. Он очень похож. Бам-бам-бам. Жуй давай. И запивай, запивай вон там баночки. Содовый. Хватит пить тебе соус, чтобы... Ну, мне нравится. Опять же. Весь имбирь сажал. Я? Да? Я а что, нет? 4 кусочка съел. Пизда был. Я, прости, сегодня не ел имбирь. Без мата. А я не говорила без мата. Говорила. О, если я твои маты оставлю. И последний. Я все справила. Черный крой. Ты хотя лис сейчас вылетит. Черный, мать его, и крой. Знаете, едим роллы с черный крой. Черный, красный. За мои зрители, которые мне пришла в классный мусор. Обалденный. Просто роллы, отвал башки. Я никогда таких вкусных не ела. Никогда не ела таких свежайших. Настолько обалденно. Теперь это место топ. Моя списка. Того. В общем, огромное спасибо еще раз за рекомендацию. Всем хорошего настроения. Приезжайте в Таиланд. Здесь очень много
вкусной азиатской еды. Особенно роллов и всякой другой пищи. Мы вас сильно очень любим. Увидимся в Сибирске. Пока-пока.